Скажите, когда вот внук вам сделал такой подарок? Когда он украсил так дом? А к дню рождения это было в прошлом году. В прошлом году, да? В прошлом году к дню рождения он мне сделал. Он начал делать в день рождения это или уже... Как... Нет, он начал делать это сам. У меня не хватало пробок. Я ходила, собирала пробки. Ну вот, а потом мне уже он доделал дню рождения. Бабушка, я тебе сделаю подарок к дню рождения, доделаю дом. Он мне доделал в прошлом году. В прошлом году, да? Сколько пробок на это ушло, не знаете? Не знаю. Я не считала, но очень много. Я 2 года или 3 собирала пробки. А, вы сами собирали их? Ну, а кто ж мне будет собирать пробки? Так их надо не только собрать, их надо еще помыть. Они же с надписями все. Mm-hmm. Вот. А нужно их все перемыть. Вот я эти все краски-то, ну, надписи там, Кока-Кола там или что там еще, все это смывала. Ну вот, и он мне вот сделал. Вы откуда, скажите? А, информационный портал «Твериград». «Твериград». Корреспондент Алексей Косарук, наш редактор Дмитрий Герасимов. Ага. Ну вот, девочки вот так же, наверное, были тоже. Вот. Я говорю, только не выкладывайте никуда. Да нет, бабушка, нет, мы никуда не... Мы для себя, мы только для себя. А скажите, а после того, как вы собрали столько пробок, сколько ему пришлось работать, сколько выкладывал он? А вы знаете, что он временами с работы придет, вечером постукает маленько. Там сколько потом опять придет, это на следующий день еще постукает. А он как-то по цветам подбирал или... Да, ну а как же, он же вот... Ну, видите, как он подобрал все. Ну, узор сделал целый, да? Да, узор, да, сделал, да. Ну, вам понравился подарок? Ну-ка. Ну, конечно, неужели нет? Конечно, понравилось. Я это попросила, говорю, Стас, я где-то в журнале видела, я говорю, ты не можешь мне вот сделать? Мне надоело красить, а краска эта вот вся облезает. А он говорит, ну, давай попробуем. Вот он что-то сделал, чертеж какой-то сделал. Это самое. Пойдет, бабушка, так? Я говорю, пойдет. Как сделаешь, так и будет. Вот и сделал. Понятно. Он у вас дизайнер, работает в Твери, да? Он, да, дизайнер, но работает здесь в Твери, но он не дизайнер, ну, как-то, не знаю, где он работает. Ну, не по специальности. Да, не по специальности работает.